Transportation, transportation. Da? Транспорт была вот такой. Ага. Корова. Сейчас мы куда едем? Мы едем в деревне, через деревню, ага. И кататься на лодке. А, думаю, будет... транспорт у людей был. До сих пор используют корабли. А сейчас бензиновые машины. Сколько экология, природа спортит. А раньше люди, спорт, да. Да, физкультура, хорошо получилось. Не как там, Мазедисы, да? И потом вечером тренажерный зал. Не нужно такие машины кататься. Тренажер автомат получается, да, автоматически. А так экология защищает. Да. Вот мальчик еще тут стоит, да? Будет, думаю, будет интересно, да? Да, будет интересно, наши деревни люди, как готовить, как рис, из риса мука делают, из рисовая мука, как готовить. И традиционная шри-ланкийская еда, мы попробуем еще обед. После на лодке катаемся, но без матровка, лодка, самим люди катают. Отлично. Да. Hey, say hi. Hi. Макмар. Макмар.